Ну что, друзья, я надеюсь, что у вас с легкостью получились первые движения, первые ваши шаги в медленном вальсе. Сейчас мы немножко усилим. Мы добавим вращений, мы добавим новых движений, элементов. И поверьте, это так же легко, как и было до этого. Ни в коем случае не бойтесь. Я обещал, и я сдержу свое обещание. Я научу танцевать медленный вальс каждого. Алла, ты готова? Готова. Хорошо. Мы сейчас сделаем следующее. Мы, используя то движение, которое мы делали, маленький квадрат, мы станцуем большой квадрат. А каждый раз мы будем поворачиваться на 90 градусов. Приготовились. Раз, два, три. Назад. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Исходное положение. В итоге 4 раза мы меняем направление. Попробуем сейчас добавить спуски и подъемы, постоянно проглаживание паркета и станцуем именно в таком ощущении тот самый большой квадрат. Приготовились? И раз, два, три, 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 раз. Держите спину, я все вижу. Еще раз повторяю. Для того, чтобы мы не сбились, а я напоминаю, что все движения мы будем танцевать в паре, и у нас абсолютно точно зеркальные движения в ногах. Если я двигаюсь с правой, Алла обязательно двигается с левой. Ваша задача ни в коем случае не сбиться и каждый раз переносить вес. Поверьте мне, это очень легко. Попробуем чуть-чуть быстрее сейчас все это вместе соединить. Большой квадрат медленного вальса. Приготовились. Партнеры приготовили правую ногу, партнерши левую. И раз, два, три. Два, три. Раз, 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 два, три, раз, два, три. Ал, как ты думаешь, самое главное, что нужно делать? Держать руки. Нет. Голову. Нет. Гладить паркет. Нет. Тогда я сдаюсь. Улыбаться в каждом движении. Итак, как вы видите, используя просто даже самое основное движение, такое как большой квадрат, в принципе, это уже танец. Это уже передвижение и перемещение по паркету. Движение ваше может быть гораздо объемнее, гораздо шире. Но мой вам совет. Сначала попрактикуйтесь вот так, очень аккуратно, практически на месте. Запомните принцип шагов. Почувствуйте, вот доведите это движение именно до автоматизма, чтобы потом, когда вы приглашаете свою прекрасную даму на танец, на каком-то мероприятии, вы чувствовали себя совершенно уверенно, и ваши ноги сами несли вас вперед.